В августе 2018 года коллектив образцовой цирковой студии «Каскад» получил приглашение участвовать в открытом областном празднике конкурса циркового искусства «Арена-2018» и уже с сентября начал к нему готовиться. Усложнялись номера, обновлялись костюмы и реквизиты. 30 ноября в городском дворце культуры Орша конкурсные выступления проходили в трех возрастных группах в 5 номинациях по различным жанрам циркового искусства. Конечно, это было очень волнительно, потому что это конкурс именно цирковых коллективов, да, то есть это наши коллеги, наши сверстники, и, конечно, это было очень ответственно. Дети, конечно же, были все очень рады, довольны. Исполнение нас устроило, как бы мы сделали без ошибок, как можно, больше старались, очень старались дети. На суд жюри были представлены одни из лучших творческих номеров образцовой цирковой студии «Каскад». Два номера в номинации «Воздушная гимнастика», «Дуэт в кольце» и «Номер на полотнах». В смешанной возрастной категории ярким и запоминающимся стал еще совсем новый, но уже полюбившийся всем номер «Дюймовочка». В жанре эквилибристика был представлен номер «Калейдоскоп», который включает выступления на ходулях, моноциклах, вращение рамки, треугольника, сферы и многое другое. Именно этот номер, в котором воспитанники студии показали высокий уровень исполнительского мастерства, позволил положить в копилку наград диплом лауреата третьей степени. Жанр довольно редкий в области, поэтому для коллектива это был первый выезд. Поэтому мы очень волновались, волновались и участники, и руководитель, и мы, естественно, организаторы. Очень довольны тем, как они съездили, очень довольны, за какие бы результаты ни привезли. Все равно они у нас умницы, молодцы, перспективы. Надежда на них очень большая. Среди множества художественных коллективов Поставского района образцовой цирковой студии «Каскад» принадлежит особое место. Воспитанники студии принимают активное участие в творческой жизни нашего города. Ни одно большое мероприятие не проходит без их участия.